Наличие каких-либо долгов по выплатам национальная компания медстрахования отрицает. В пресс-релизе учреждения уточняется, что больницы тратят больше для лечения больных с коронавирусом. Компания разработала поправки к закону о фондах обязательного медицинского страхования на 2021 год. После их принятия НКМС пересмотрит контрактные суммы и учтет новые тарифы. В учреждении уточнили, что все медицинские услуги, оказанные поставщиками за период с января по июль, были оплачены. Общую сумму за август обещают перечислить до конца сентября.